Привет, я Аня Писарчук. Мне 9 лет. Я из Москвы. Я очень люблю заниматься актерским мастерством, и у меня очень много дополнительных занятий. Я в будущем планирую стать дизайнером одежды. Я поэтому каждый день что-нибудь шью и декорирую. У меня куча занятий по типу балета, музыкальной школы и актерское мастерство. Также есть много репетиторов. Я учусь в школе в 4 классе по ускоренной программе. Я решила стать дизайнером, потому что мне это нравилось, и я поняла это еще в 6 лет, потому что я с 5 лет научилась шить. И поэтому я поняла то, что это мое, и начала шить что-то, и шила уже много игрушек. Мне очень нравится ходить на актер и на все свои дополнительные занятия. Балета, музыкальной школы, дальше репетиторы, это у нас чтение и английский. Еще я занимаюсь плаванием, брейк-дансом. Еще у меня дополнительная растяжка есть. Ну, вроде бы все. Но у меня каждый день занятия. То есть нет никогда вот такого, чтобы у меня не было когда-то дополнительных занятий.